Партнер программы — сеть детских клубов «Йети и дети». Алиса, давай шустрее, мы с тобой развешиваем. Держи. О, это Арсений. Оп. Давай, молодец. Все уже в сборе, давайте здороваться с телезрителями. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Меня зовут Света, сегодня я в компании Арсения и Алисы. Ребята, давайте с вами присядем. Арсений, Алиса, скажите, а вы знаете, куда вы попали? Гомель. В Гомель. Ну, конечно, в Гомель, естественно. Алиса, ты как думаешь, где ты сегодня оказалась? В студии. В студии. Ребята, вам и нашим маленьким телезрителям я расскажу, где вы оказались. Итак, ребята, вы оказались в стране безопасности. Это удивительное место, где с вами никогда ничего плохого не случится. Здесь мы с вами будем учиться правилам безопасного поведения практически в любой ситуации. И эти правила постараемся объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый момент. И второй, очень приятный. Это конкурс, а это значит, что в конце четвертого игрового дня мы с вами определим главного победителя, который получит приз, главный приз. Впрочем, тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Ребят, я вам уже сказала, что мы с вами находимся в стране безопасности. И это место, где с нами ничего плохого не случится. Но вокруг, ребята, огромный мир. И как раз-таки там может случиться все, что угодно. И поэтому мы с вами должны быть готовы ко всему. Сейчас я вам подробнее расскажу о теме вашего соревнования. Но прежде хочу вас спросить. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что объединяет все вот эти предметы, которые находятся перед нами на столе? Таблетки, скотч, чтобы слушать человека. Алиса, ты тоже подключайся. Что объединяет все эти предметы? Это все медицинские предметы, ребята. Так? Да? Да. И они были изобретены, ребята, разработаны для того, чтобы оказывать людям медицинскую помощь. Так? Да, такая помощь может понадобиться в самых разных ситуациях. И одна из таких ситуаций... Это когда болеют очень сильно. Да. И такая же ситуация — это когда нас кусают насекомые. А как себя вести в такой ситуации? Например, клещи. Да. Именно об этом мы сегодня будем разговаривать. И мое первое задание вот какое. Я буду читать вам загадку, а отгадку вам необходимо будет найти на стенде. Алис, твой слева, а твой Арсений справа. И на скорость принести правильную картинку мне. Каждый правильный ответ стоит фишку. А если вы справитесь быстрее соперника, то дополнительно получите еще одну фишку. Ну что, все понятно? Да. Первая загадка. Не птичка, а с крыльями. Над цветами летает... Нектар собирает. Побежали. Мамочка. Побежали. Ребята, задание на скорость. Принесли одновременно, но нужно быстрее бежать. Чтобы... Пчелка. Правильно, это пчелка. Нектар собирает. У нас не бабочка Алиса, а пчелка. Арсений принес правильную картинку. И поэтому зарабатывает фишку. Я думала, это зелененькую сюда нужно. Клади. Так, за скорость никому не дам, потому что как-то вы медленно и одновременно, поэтому... В следующий раз старайтесь побыстрее. Присаживайся, Арсений. Итак, еще загадок много, так что сейчас будем отгадывать. Понятно, Алиска? Слушаем вторую загадку. Хоть имеет много ножек, все равно бежать не может. Вдоль по листику ползет, бедный листик весь сгрызет. Побежали. Кто это у нас грызет листик? Быстрее. Так, Арсений первый, но... Правильную отгадку принесла нам Алиса. Алиса, кто это? Кто любит гусеница. Есть? Гусеничка. Правильно, Арсений. Это была гусеница. Поэтому фишку зарабатывает у нас Алиса в этот раз. Хорошо, сравнялись. 1-1. 1-1. Третья загадка. Не зверь, не птица. Нос, как спица. Там, где садится, может кровь пролиться. Побежали. Кто это у нас такой кровопийца? Быстрее. Так. Кто это, Арсений? Оса. Да, правильно, действительно, это оса. А это кто, Алис? Комар. Арсений, здесь Алиса права. Последняя загадка. Этот маленький злодей зверя грозного страшней. На ветвях в лесу живет. Не росу, а кровь он пьет. Настоящий паразит. Облик страшен и зловещ. Берегитесь, это... Побежали. Кто это? Быстрее, на скорость задания. Какие молодцы. Принесли мало того, что правильный ответ, так еще и очень быстро и одновременно.
Так, ребята, каждому из вас даю, значит, по две фишки за правильный ответ мне и желтую. За скорость. Желтую? Ой, сейчас я попытаюсь найти здесь желтую. А мне оранжевую. Держи, одна желтая, одна зеленая. А тебе, Лизка, оранжевую ты просишь, да? Оранжевую и беленькую тебе дам. Во, молодцы. Ну что, первый конкурс сыгран. А ну-ка посчитайте, сколько фишек вам удалось заработать в первый? 1, 2, 3. Три. Три, хорошо. 5. Во как. У Алисы 5, на 2 больше. Ну, впереди еще очень много конкурсов. 4. Так что будем еще зарабатывать другие фишки. Присаживайся, Алис. Ребята, вы очень хорошо справились с моим первым заданием. И последняя наша загадка про клеща как раз-таки и будет являться темой нашего сегодняшнего разговора. И сейчас я хочу у вас спросить, что вы знаете об этом насекомом, о клеще? Он очень больно кусается. Да. А еще он... Ты тебя когда-нибудь кусал клещ, Алис? А еще он еще лазит в кожу, впитывается. Да. Правильно, Арсений, это действительно очень опасное насекомое. И придется идти к врачу, и там очень больно будет его выдирать щипчиками. Да. Ребята, прежде чем продолжить наше соревнование, хочу еще более подробно вам рассказать о клещах. Это действительно очень опасные насекомые. Они вместе со своим укусом могут переносить различные болезни. Они очень активны с мая по август, то есть как раз прямо сейчас. Живут они в кустах, в траве, в парках, в лесу. Поэтому, когда люди гуляют в этих местах, то они вполне могут подцепить такого вот вредителя. И, конечно, если попадает клещ, то нужно знать, как правильно себя вести в такой ситуации. И как раз-таки об этом нам расскажет детский доктор. Его зовут Артем Витальевич. И ваше внимание я обращаю на экран. Ребята, привет! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Артем Витальевич, и я работаю в детской больнице. Наша работа – это помогать вам в случае, когда вы заболели или с вами что-то произошло. А случиться может что угодно. Представьте, что после прогулки по лесу, придя домой, вы обнаружили на своем теле насекомое, которое присосалось к вашей коже. Скорее всего, это клещ. Ребята, а знаете ли вы, как правильно удалить клеща? Ребята, Арсений, Алиса, знаете, как правильно удалить клеща? Это нужно идти к врачу, и там будет очень больно выдирать щипчиками. Правильно, обратиться нужно к врачу. Давайте послушаем подробнее. Ребята, чтобы удалить клеща, запомните следующие правила. Возьмитесь за клеща пинцетом, стараясь ухватиться у самого места контакта и аккуратно вращательными движениями извлеките его из кожи. Также можно извлечь клеща при помощи прочной нити. Для этого нитку завязывают в узел как можно ближе к хоботку. Концы завязанной нитки нужно развести в разные стороны и как пропеллер вращать против часовой стрелки. После чего клещ выкручивается из тела. Важно не разорвать клеща при удалении, так как оставшаяся в коже часть может вызвать воспаление и нагноение. Помните, ни в коем случае нельзя расчесывать ранку или размазывать клеща по коже, так как вирус может попасть в кровь. Также при обнаружении клеща не нужно капать на него маслом или другим веществом, думая, что он задохнется. Все это надо запомнить обязательно. А если с вами случится такая неприятность, сразу сообщайте родителям и обращайтесь к доктору. Ребята, на сегодня это все. Будьте осторожны на природе, а я желаю вам здоровья и, конечно же, побед. Арсений, Алиса, наш первый конкурсный день подходит к своему завершению. Но осталось еще одно контрольное испытание на сегодня и последняя возможность заработать фишки. Итак, конкурс называется «Зелено-красный». У каждого из вас есть по две карточки. Одна красная, одна зеленая. Берите их уже в руки. Ребята, я буду читать вам высказывание. Оно может быть правильным и неправильным. Если вы считаете, что оно правильное, то вы поднимаете зеленую карточку. Если неправильное, то красную. Каждый правильный ответ стоит одну фишку. Если вы справляетесь быстрее соперника, то дополнительно получаете еще одну. Все понятно? Итак, первое высказывание. Клещ – это очень опасное насекомое. Поднимаю карточку правильно. Да. Так, правильно ответили и одновременно подняли. Молодцы, ребята, каждому по две фишки. Отличное начало этого конкурса. Алисе 2 и Арсению 2. Так, второе высказывание. Самое опасное время для укусов клеща – это зима. Правильно, только Алиса была быстрее, поэтому Алисе 2 фишки, Арсению 1. Правильно, хорошо, что запомнили. Самое опасное время, я говорила, какое? С мая по август. С мая.
Отлично. Если укусил клещ, надо его выдавить из кожи. Нет, Алисочка, нельзя его выдавливать. Арсений прав. Так, Арсений ответил быстро, правильно. Держи, две тебе. Почему нельзя? Нельзя. Необходимо с особой осторожностью, правильно это делать, и не сдавливать тело, потому что вместе со всем содержимым клеща может возбудитель болезни попасть. Да, болезнь. Правда? В ранку. Угу. Очень хорошо. Итак, ребят, последнее высказывание. Слушаем внимательно. Если в кожу впился клещ, надо капнуть на него подсолнечным маслом. Молодцы, ребята. Ну, здесь Алиса уверенно подняла карточку красную, первая. И поэтому, я. Арсений, ей две, а тебе одну за правильный ответ. Молодцы, ребята, запомнили, об этом говорил наш доктор. Хорошо, ребята, давайте посчитаем, сколько фишек сегодня в первый конкурсный день вам удалось заработать. Считайте, кому помощь нужна. Арсений, ты свои считай. Один. Быстренько это постарайтесь сделать. Три. Четыре. У меня девять. Ой, ребята, отлично. На сегодня все. С небольшим отрывом всего лишь в одну фишку выиграла у нас сегодня Алиса. Ну, делать выводы еще рано, потому что впереди у нас еще 3 дня соревнований. А на сегодня все. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока-пока.